Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Или вот еще история, например. До того, как я начал заниматься бизнесом, сетевым маркетингом в частности, я был офицером. Я закончил военно-морское училище, служил на флоте и закончил службу в звании капитана первого ранга. Я был начальником, у меня была черная служебная «Волга». Меня возили на работу и с работы, на службу и со службы. Приносили мне паёк. И вообще мы жили в закрытом спецгородке. Режимная зона, атомные подводные лодки. И с точки зрения обеспечения семьи, 100% все лежало на мне. И у нас, как мне казалось, было все. Я очень уверенно чувствовал себя в этой жизни. А потом я уволился и стал заниматься бизнесом. И в частности, сетевым. И вдруг я почувствовал, что я вообще никто. Я зарабатывал какие-то деньги, но их все время не хватало. И надежда, мечта и понимание, что в этом бизнесе кроется колоссальный потенциал, гнало меня все вперед, 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 месяц за месяцем, год за годом, а финансового улучшения не наступало. И были такие моменты, когда казалось, что все, уже больше дальше уже невозможно. Уже просто сил нет. Знаете, у меня двое детей. Мальчик родился, когда я был молодым офицером, а вот девочка родилась, когда я уже был взрослым человеком. Мне было 38 лет, у меня родилась дочь. И я уже, знаете, так с пониманием, со вкусом участвовал в воспитании своей дочери. Когда был мой сын маленький, я в основном провел время в море, да и сам был еще молодой, не мог ценить этого вот отцовского чувства по-настоящему. А здесь я уже со смаком, я смаковал, наблюдая, как растет моя девочка, дочь моя. Родители меня понимают. И вот она подрастает, и ее мать решила, что она будет заниматься бальными танцами. И она стала ходить в эти танцы, на танцы. Это было непросто, потому что это требовало все время денег и усилий, и регулярно, и год, и два, и три. Партнеров мальчиков, как правило, мало. Один то курит, то воняет, то не хочет, то убегает и так далее, они меняются. И отдачи немного, но она продолжает. И потом я наблюдаю, как она растет, у нее выковывается характер, у нее появляется амбиция, она уже нацелена на достижение результатов, а отдачи все нет. А она продолжает стоять на своем, я вижу, как она тренируется. И вот наступил момент, когда нашелся партнер, когда десятилетние усилия ее по занятиям бальными танцами стали давать плоды, когда она стала востребована ездить на соревнования, то все. И вот бы мне бы отцу помочь ей. Особенно мне, сетевику, человеку, который каждый день рассказывает людям на презентациях и на всяких разных тренингах и школах о том, что 2x2 – 4, 4x2 – 8, 16, 32, 64, миллионы долларов, тра-та-та-та-та-та-та, успех, карьера, поездки. Вот бы мне помочь бы своей дочери. А у меня денег нет. Я всем сердцем, как отец, хочу ей помочь, а у меня нет денег. Она приходит и говорит: мама, с папой, мне нужно 100 долларов, мы едем в Днепропетров на соревнования. А у меня нет 100 долларов, у меня долги. Я ей говорю: Оля, ты знаешь, в этот раз мы не можем тебе помочь, 100 долларов для нас это неподъемная сумма, прости, извини. Если кто-нибудь понимает ощущение отца в этот момент, родителя, и тем более отца, мужчины, офицера бывшего, который всегда был уверен в том, что он обеспечит своей семье будущее, это надо пережить. Я готов был провалиться сквозь землю, но у меня правда не было 100 долларов, и я не знал, где их взять. И она мне говорит: папа, ты не расстраивайся.
я сейчас вспоминаю. Папа, ты не расстраивайся. У нас никогда нет денег. Вот у Наташки Петровой всегда есть. И на платье, и на туфли, и на поездки. А у нас никогда. И все. Год за годом ты работаешь в этой компании, строишь бизнес, у тебя все разваливается, рассыпается. И в очередной день ты настраиваешься на то, что ты сейчас пойдешь, будешь продавать и подписывать, что проводить презентации тебе придется, и надо быть в форме, одеваешь галстук, пиджак и пошел. И вот выходишь из дома, прощаешься с женой. Она говорит, давай, Олег, давай, держись. А ты выходишь с улыбкой, и только из подъезда выходишь, и вдруг ловишь себя на мысли, что ты не можешь удержать рыдания сухие. Вот все тело сотрясается от рыданий. Неудовлетворенные амбиции, отсутствие денег, долги, давление финансовое такое. И не один год, и не два, и не три, и не пять, и не семь, и не восемь, и не девять, а десять. И я продолжал стоять на своем. И потом наступил такой момент, когда вдруг, совершенно неожиданно, когда ты даже не ожидал, вдруг обрушилось на тебя. В первый же месяц $3000, 4, 5 тысяч американских долларов в месяц. И моя дочь, которая бросила танцы давно из-за того, что я не мог ее обеспечить финансово, горящими глазами говорит, пап, я тоже так хочу. И ты понимаешь, что никакие слова о том, что какой прекрасный сетевой бизнес, никакие заклинания не могли бы ее подвинуть, заняться этим, если бы ты вдруг не начал зарабатывать деньги. 10 тысяч долларов в месяц, 15, 20, 30, 40 тысяч долларов в месяц. И ты начинаешь понимать, что есть на свете Бог. Что бизнес наш действительно прекрасен. 60 тысяч долларов в месяц. Аж страшно бывает. Это реальность. Тот, кто будет стоять на своем, тот, кто будет продолжать долбить, искать, не сдаваться, делать правильные вещи, ориентироваться на натуральный, нужный людям продукт, а не на высосанную из пальца фигню, чтобы обдурить людей. Тот, кто будет действовать изо всех сил, найдя компанию, в которой есть продукт, система и подготовленные порядочные спонсоры, тот обязательно преуспеет. Верьте в это, и у вас получится. Точно знаю. У меня получилось, я уже не знаю, я уже не представляю. Я просто никогда не смогу поверить, что в сетевом бизнесе нельзя зарабатывать хотя бы 10, 15, 20, 30 тысяч долларов в месяц. В любой компании, которая заслуживает того, чтобы в ней работать. И помогают это сделать, выйти на такие доходы, умение рассказывать истории честно, драматично, искренне, открыто. Потому что те, кто тебя слушают, сами находятся, возможно, в гораздо более худшем положении. Если они видят, что ты был в полнейшем дерьме, и ты говоришь об этом со всей открытостью и правдой, ты не приукрашиваешь ситуацию и не корчишь из себя умника, как многие это делают. Ой, да я, да, а сам без долга. И люди за тобой идут. Хочешь преуспевать? Рассказывай честные истории. Умело и правильно. Удачи. До свидания.